Всем привет. Особый привет Меланхоли. Только я собрался снимать видео и вижу от него комментарий с подсказкой, что на Хамбле раздается игрушка Grid 2. Игра, кстати, офигенная и думаю, пропускать ее не стоит. Итак, перешли на страничку. Наконец-то нажимаем кнопочку Get the Game. Перед этим, конечно, залогиниться нужно. Get it now. Так, проходим верификацию, что не робот. Школьный автобус или какой вам автобус выбрать? Давай вот это автобусы, по-моему. А вот еще автобус. Чуть не пропустил. Ну, вроде все. Это уже не автобус. Так, проверяем. Ура, я не робот. Отлично. Превью e-mail. Так, здесь на красивую картиночку клацаем. Здесь крутим вниз, почти до самого конца, вот Steam Grid 2 нажимаем получить ключик, нажимаем Redeem. Так, я принимаю, продолжить, и активация завершена, супер. Продолжаем ту же операцию с дополнениями DLC, получаем ключик, Redeem нажимаем, активируем. Еще разок. Ха-ха, уже есть. Но это бывает на Steam, такой глюк. Все в порядке. И еще раз редим. О, в этот раз без ошибок. Вот так вот все. Игрушка на аккаунте. Можно наслаждаться. Ну и перед тем, как ускакать в закат, хочу сказать еще об одной игре, которая будет раздаваться уже скоро. Уже скоро на эпиках, чтоб отдельное видео не снимать. Я надеюсь, не пропустим это дело. А уже скоро это, сейчас скажу, когда. С 21, по-моему, числа. Здесь вот на главной странице написано. С 21 марта по 4. Зрение уже не то, старый стал. Вот, по 4 число будет раздаваться Oxenfree игрушка, а сейчас раздается Slime Rancher, о которой я уже делал видео, поэтому, если вы пропустили, получайте Slime Rancher и заходите через недельку за Oxenfree. Ну, а на этом уже точно все на сегодня. До следующих видосов. Всем пока.